Продолжаем работу с дриблингом. Урок номер 5. Низкий удар правой рукой, лицом вперед, левая защита. Когда добрался до конца, спиной вперед, только правая работает. Поехали. Левая защита. Супер, обратно, медленно, сильный удар, верхом пальцами. Браво, стоп. Также левой рукой. Постарайся, правая защита мне что? Поехали. Защита, открой ладонь. Сильный удар. Левая, правая, также без разницы. Стоп, браво. Лицом туда, боком вперед, правой рукой стучим, левая защита мяча. Коленки согнуто, сохрани баланс, поднять голову. Не торопиться. Низкий удар. Правая обратно. Прямо спина. Стоп. Браво. Отдыхаем. Левой рукой, также. Дистанция между ног то же самое. Правая защита. Локоть согнуто. Верхом пальцами. Стоп. Назад. Обратно. Супер. Стоп. Спасибо, Шиндос. Зигзаг движение, только правой рукой вперед, левая защита. Поехали. Браво, Оскар. Супер. Спиной вперед, только правая. Левой рукой. Спиной вперед. Стоп. Браво. Зигзаг. Двигаемся. Каждый раз, когда смена отправления, работаем перевод. Браво. Спиной вперед также. Супер. Еще раз. Браво. Отдыхаем. Зигзаг движение. Перевод между ног. До конца. Когда добрался до конца, спиной также. Супер. Браво. Супер. Еще раз. Хорош. Хорош. Браво. Отдыхай. И слушай. Зигзаг. Перевод за спиной. Поехали. Браво, Аскар. Браво. Супер. Супер. Еще раз. Браво, Аскар. Лицом туда. Низкий удар. Боком вперед. Стучишь мяч. Значит, одна линия. Вторая рука защита. Прямо спина, вес чуть-чуть на носочке. И работаем шаг. Двигаемся, хоп, хоп, шаг. И все это работаем по линии. Поехали. Шаг, браво. Браво. Стоп, обратно. Браво. Стоп, обратно. Стоп, обратно. Браво. Давай теперь правой рукой. Браво, браво. Прямо спина. Супер. Обратно. Низкий удар, низкий, низкий удар. Вот так. Стоп. Спасибо, Оскар. Один игрок толкнут игрока с мячом, отдать силу ему. А ты ответить на его силу только
правой рукой ведение. Поехали. Супер, поменялись. Стоп. Левой рукой. Стоп. Поменялись. Стоп. Браво. Также, теперь, когда стучим мяч, постоянно работаем перевод. Поехали. Стоп. Поменялись. Стоп. Попробуем постоянно между ног работаем. Браво, поменялись. Супер. И осталось еще перевод за спиной. Браво, стоп, поменялись. Браво. Супер. Молодцы. Молодцы. Спасибо. Этот урок мы закончили. Вы увидели, сколько важно правильно использоваться дриблингом. Дриблинг слишком важен для баскетбольную игру. Это значит, что игрок с мячом сможет двигаться налево, направо, вперед, назад. Если мы это правильно используем, если это мы правильно работаем, тогда нам легко будет обыграть соперника.